Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фролов Юрий Андреевич, биолог, и сейчас хочу вам показать часть продукции наших коллег. Это центр фунготерапии Филипповой. Хочу сразу сказать, что ролик рекламно-просветительский, поэтому кто органически не переносит любые рекламы, не смотрите. Есть такие люди, кого раздражает все. Ну а для разумных, нормальных людей я хочу сказать о уникальных свойствах высших грибов. Дело в том, что низшие грибы, плесневые и дрожжевые, вызывают очень многие заболевания. От кандидоза молочницы до любых форм кожных проявлений, которые люди считают кожными заболеваниями. На самом деле это грибковые инфекции, это псориаз, дерматит, нейродермиты и прочее. Пока это не понять, это не вылечить. А до онкологии любой степени локализации, дислокации, стадии и так далее. Посмотрите, кстати, в моих лекциях на моем сайте ufrolov.ru, левая колонка «Мои лекции, выступления», там есть такой раздел, и там по онкологии и по грибковым инфекциям. Все эти ролики обязательно посмотрите, вы поймете, может быть, почему у вас что-то было, почему стало, ну, то есть это очень важно для каждого человека. Ну, а сейчас два слова о грибах. Понимаете, в чем дело? Только в природе есть средства, которые помогут избавиться от грибковых любых инфекций, поражений, либо последствий когда-то этих поражений. Начиная от папиллом, липом, миом, фибром и так далее, и так далее. Это грибные препараты. Наряду, конечно, с фитотерапией. Например, вот великолепный противоопухолевый сбор, который, кстати, мы вот это все, и мы возьмем с собой 25 июня на выставку Вега-экспо. Ну а кто не был, не успеет, а ролик этот будет и потом. Пожалуйста, наш сайт natgard.com по продуктам, натуральный сад в переводе natgard.com. Правый верхний угол сайта на главной странице любой странице прайс-листы. Верхний общий по нашим биопродуктам питания. В самом низу там есть вот такие чудесные разные медная посуда марки М1, кстати, противогрибковые средства, потому что на медных рудниках никогда не было вот у каторжников даже до революции онкологии. Это имейте в виду, потому что медь, ионы выделяются, когда и попадают в организм. Они являются противогрибковыми средствами онкологии. Это есть грибы, низшие вот эти плесневые, дрожжевые грибы. Так вот, значит, вот этот сбор разработал доктор Бадмаев в свое время до революции. Очень известный целитель, который даже царскую семью, вот последнюю царицу нашу, вылечил от очень тяжелой, большой, так сказать, миомы, и она смогла родить царевича Алексея. Он составлял этот сбор, собраны травы, разумеется, сами понимаете сейчас. Теперь, вот про некоторые грибы. Например, шиитаке, водорастворимая форма, она гораздо сильнее, чем масляная, либо для разведения и настоек, потому что тут содержится чистый полисахарид лентинан, который заставляет макрофаги вырабатывать фермент перфорин, который растворяет раковые клетки, понимаете? И это происходит пик через месяц-полтора от начала приема, но при тысячах заболеваний применяется этот уникальный гриб, начиная от папиллом, когда через полтора-два-три месяца, у всех по-разному, они могут просто отпадать, а это признак, что внутренняя проблема ушла, потому что прижечь-то можно снять, но вы не решите внутреннюю проблему, процессы, которые начались уже в организме. Веселка, этот гриб издревле применялся в наших народных, как средствах и народной медицине, от любых опухолевых процессов, и он применяется в том числе в онкологии, комбинации шиитаке, вот, например, веселки, и вот, скажем, рейши, который усиливает действие шиитаке. Все это вы можете у меня посмотреть в лекциях, ну, и, конечно, на сайте, и в крайнем случае спросить на выставке, подходите, и можно подобрать для себя какие-то препараты для ваших, так сказать, проблем, от ваших проблем. Ну, а лисички, скажем, там есть в концентрированной форме вещество хиноманоза в препарате лисички, которое растворяет даже оболочки яиц гельминтов, то есть паразитов, ленточных, там, червей и прочих, круглых, плоских, но еще и лямблий, а это простейшие, и с лямблиями очень сложно бороться. Препарат лисички в комбинации с трутовиком лиственничным, вот, например, который является еще и мощным энтеросорбентом, выводит яды, токсины из организма. Ну и, соответственно, шиитаке за месяц. Это сильная антипаразитарная программа. За месяц можно избавиться от паразитов. Ну, если еще применять там лист черного ореха и так далее. Так, биокальций из скорлупы яиц перепелок, это делается, перепелиных яиц из скорлупы. Он содержит активную органическую форму кальция, кремния и других важных минералов для здоровых зубов, волос, ну и так далее. Особенно при беременности важно и так далее. Формика – это уникальный, хоть и не веганский продукт, но
Это выжимка из яиц муравьев, потому что здесь есть вещество витамин В12, не синтетический в виде инъекций или таблеток химических, а натуральный. И это очень хорошее средство, как естественным путем, кому нужно увеличить, пополнить запас витамина В12. Крема уникальные. Начиная от артритов, артрозов, это мухомор, и заканчивая, ну скажем, там той же крем-веселка или шиитаке от серьезных проблем с кожей, да? При комбинациях, конечно, с прополисом, например, который у нас тоже будет представлен и есть в прайсах. Что еще вам немножко, может быть, стоит рассказать? Ну, вот я очень важную вещь не сказал, это серебро коллоидное. Это, конечно, не грибной препарат, но это, кто смотрел мои лекции и видел, что я говорю вот о продукции, например, кораллового клуба. Так вот, это, во-первых, дешевле, чем в коралловом клубе, не хуже по качеству. Всего 300 рублей, вот такая бутылка, 250 миллилитров чистого коллоидного серебра. Начиная применение от спринцевания до обработки кожи перед тем, как кремом, например, обрабатывать, либо, так сказать, другими средствами, вплоть до применения до внутренних инъекций, применения внутрь при любых вирусных респираторных заболеваниях и так далее. Это мощнейшее средство против вирусных инфекций. И много-много его разных еще видов применения. Но очага – это вообще чудо. Это чудо. Это нарост гриб на березе, вы знаете, их бывают разные виды. Например, мало кто знает вообще такую березу Шмидта и железная так называемая береза. Редкий вид в Корее, на Дальнем Востоке есть экземпляры. И этот вид чаги, нарост на тех березах лечит вплоть до рака мозга, рака легких и так далее. Ну и уникальные свойства нашей чаги обычной. Сейчас ее очень мало, к сожалению, осталось. Имейте в виду, дорогие друзья, будут они продаваться у нас, берите. Каждому профилактически это стоит принимать, потому что тогда меньше шансов серьезные болезни получить. Все пищеварительные желудочно-кишечные заболевания поддаются лечению чаги, особенно с фукусом нашим, о котором я рассказывал. Вот эта бурая водоросль уникальная, которая содержит все минералы, является энтеросорбентом мощнейшим. Так вот, чага – это сотни видов болезни лечит. Ну, вспомните даже вот Солженицына, у которой была липосаркома среднестения, ну, думали, что рак желудка, на самом деле я диагноз правильно сказал, сейчас назвал, и аконитом, вот этой травой ядовитой, он только сдержал рост опухоли, но вылечил именно чагой. Доктор Масленников по рецепту определенному ему рекомендовал, и он вылечил, и сколько десятилетий он жил, не было никакой онкологии. Так вот, значит, применяйте, но имейте в виду, коробочка – это ничто, это на несколько дней, фактически 10 коробок – это оптимальный вариант. Хотя бы на курс один минимальный. Стоимость копеечная, центр фунготерапии, и мы идем на то, а цена у нас абсолютно одна и та же, единая цена по всей России, но если вам удобнее все взять у нас, то, конечно, это разумно, да? И удобно, и для нас, и для вас. Мы привезем на выставку, да и так у нас всегда это в наличии есть. Так вот, 160 рублей, вдумайте, всего 160 рублей упаковка. 10 – это всего 1600 рублей. Кстати, вот такими коробочками, если семья, но это разумно взять. Тут 16 таких пачек. 16 пачек умножьте на 160 рублей. Ну, это небольшие деньги, но зато это действительно огромное дело для здоровья. Как заваривать, как все, для каких целей, спринцевание, если молочница, кстати, имейте в виду. Тогда вам помогут еще, нужны будут свечи. Есть чага, шиитаке для разных целей. Кстати, при онкологии обязательно комбинация со свечами шиитаке. Ну, а агарик применяется вообще. И препарат, кстати, водорастворимый есть агарик, который применяется при тяжелейшей форме, как же некрозы, онкологии и так далее. Вот так. Значит, ну вот то, что я вам хотел сказать по грибам. Их гораздо шире ассортимент. У нас на сайте nadgar.com верхний правый угол есть верхний прайс общий по нашим биопродуктам, органическим продуктам питания. Там, кстати, внизу по медной посуде есть. Но есть отдельный прайс по медной посуде и отдельный, так называется, лечебные грибные препараты. Посмотрите его, делайте заказ. И есть такой раздел «Доставка и оплата». У нас на сайте nadgar.com. Посмотрите там видеоролик, не поленитесь, он 5 минут всего идет, но зато не будет ошибки при заказе у вас и никакой несостыковки, проблемы, и нам легче, и вам. Посмотрите обязательно, а потом делайте заказ. Даже к 25 числу, если успеете заранее. Лучше сделать заранее, но если не успеете заранее, приезжайте на выставку, ярмарку, увидите, а кто из другого города, делайте заказы, и мы вам отправим в любую точку России или мира. Ну что ж, дорогие друзья, воспользуйтесь такой возможностью,
Значит, индивидуальные консультации, если будут нужны, я могу тоже проводить. Есть они на моем сайте, блоге ufralov.ru. Есть такой раздел, там сказано об этом. Смотрите мои лекции, возможно, и нам будет обоюдно так легче, вам не потребуются никакие консультации, а просто мои видео в открытом доступе, они находятся, лекции, посвященные здоровью, как не быть больным человеком, как вылечить любую болезнь, фактически почти обо всем там сказано, ну, а чего нет, я обязательно буду делать еще лекции, записывать и выкладывать их на мой канал в YouTube и мой блог. Подписывайтесь, кстати, на мой блог ufralov.ru, на мой канал в YouTube, и вы будете получать много интересных, ценных видео, которые вам помогут в жизни, ну и, соответственно, всем будет только легче и проще. Будьте здоровы, до новых встреч, увидимся, до встречи!